Алло, пацани! Здорово. Так, запускаем Mountain Blade. Right now, нахуй. Let's go. Так, блять, а на чем мы вообще остановились? Ебать, у нас тут нахуй приколов. Мне очень много-много лет. Я того сиську царапал, блядь. На, просто говно. Чё, пацаны, как вам в целом вообще движуха? Я, короче, знаете, что думаю? Я скачал еще Last of Us, купил Last of Us. Новый, который вышел на ПК с съебнутой там графой, как говорят. Я думаю, после Питера можно приехать и поиграть. Либо после Ганзоны будет там пару дней до Питера, можно будет плотненько поиграть. Так. Я потому что ни разу не играл в Last of Us этот. Просто я о чем конюх говорил, они не понимали, ребят. Так же, как с Диабло будет? Ну, блядь, пацаны, Диабло было бы тест, ебать. Ну, два дня, нахуй. Там не варик было, а тут там можем нормально. Но Диабло разъеб, пацаны. Когда она выйдет, я буду ее стримить, ну, часами, нахуй. Ну не, пацаны, вы долбоебы. Да, мне пизда, походу, братья. Братья, мне пизда, братья. Да ебано в рот. Это просто пиздец. Я хз даже как реагировать, блядь. Не будет одуматься. Ты мне скажи, ты вот пропадал, ты реально, типа, вот, у тебя вот всегда так, ты пропадаешь, типа, ты поднимаешь, видимо, в хазике, либо еще где, и потом заходишь. Пиздец, просто перед Питером такая ебанутая поддержка, ну, Кэти, брат. Ты вот сейчас практически окупил хату, которую я снял. Я хуй знаю. Пиздец просто. Просто пиздец. Как перед Питером, да? Перед Питером, братишка. Мы едем же в Питер всей толпы. Это реально уже звучит как рок. Я реально не успеваю договорить. 0 казика за месяц. 0 казика за месяц? Здоровал, пацаны. Как будто, знаешь, он вот тут сидит и видит, что я начинаю говорить, он еще одну хуячит просто. Следом, блядь. 33333. Вот главное, чтобы не 333333, блядь. Следом. Я не успеваю договорить. Он кидает еще один, блядь. Бешеный, сука, тип просто на Мукете. Бля, Мукете просто легенда. Амина получается. Ну, Кетти, ты, бля, просто разъебываешь. Я тебе серьезно говорю, ты разъебываешь. Ну, так как ты, не разъебывает никто. Ну, у меня не разъебывал. Ванька не знаю, но у меня точно ты топ-1. Я не успеваю даже говорить, у меня просто амено, амено, хуярить, амено. Под амено чисто захватываем замок. Ты же за эти духи не писала. Хохрилиот. Ор, да, смешно тебе? Смешно тебе, братишка? Не, там какие-то взорванные духи, я даже не запомню, как они называются. Ну, Кетти, он опять пятерку кидает, просто без остановки. Я того сиську царапал, блядь. Ну, это пиздец. Блядь, неужели уши отдыхают? Уши отдыхают, а там ино, блядь. Бля, ну, Кетти, ты просто, я не знаю... Я даже вот не знаю, что говорить в таких случаях. Ну, то есть, блядь, ну, просто спасибо, реально человеческое. Бля, ну это разъеб. Это реально разъеб, блядь. О, пизда вам нахуй, мрази ебаные. Стоять, гандоны. Мукете, ты ровно эту сумму закинул. Вот ровно прям. Нравится тебе трек, Анч? Да, хорошо, у Анча нету этой хуйни, знаешь? Потому что Анч тоже может так вот разыграться, нахуй. Фу. Блять. Мукете, смотри, что он сделал. Закрыл сбор на Питер. Питер вообще париться, ну, не надо по поводу Питера.
Нинке духи закрыли, которые она хотела, ёбнутые взорванные духи за пятнашку. И еще стол остался, блядь. Ну, стол. Ну, считай стол тоже. Считай, стол тоже закрыт. Ну я просто вахаю, даже слов нет. Мукетти, можно хотя бы узнать, как тебя зовут, блядь? Потому что я и до сих пор не знаю. Уже просто без слов. Он еще без слов пятерку. Он уже просто без слов пятерку кидает. Вебку. Да, блядь, Ронсон, ну нахуй ты байтишь? Ну на вебку, блядь, я накоплю. Денчик. Денчик просто... Денчик спонсирует эти ночные стримы, блядь. Бля, спасибо, братан, за то, что... Спасибо. Просто спасибо. Ты без слов говоришь, я говорю просто спасибо, потому что сказать больше реально нечего. Реально нет слов. Стримкам. Разъеб, бля. Ёбаный разъеб. Комиссия, да, на алерте? Ну, на алерте комиссия 10%. То есть, если там Мукетти сколько... Ну, уже за 50 кинул. Сколько? Пятерка не уйдет. Фридор, я на цыпочках, как вор. Пиздец. Самолетик летит, говорит. Самолетик, говорит, летит. Охуеешь? Бля, Мукетти, ты просто какой-то реально бешеный тип. Реально бешеный. Ну это очень жестко, типа, блядь. Так нельзя над людьми, понимаешь? Надо мной нельзя так. Вот этот замок забираем быстрее, надо успеть. Я реально не знаю, как реагировать. Прилетел. Прилетел самолетик. Мне на билет в Питер прилетел и даже на гифке самолет. Мукетти объединяет. Ёбана в рот. 5 еще. Летит лянь. Да, еще. Еще пятерочка, да, ты кидаешь. Я сейчас посмотрел, сколько он накидал. И сколько алерт сожрал. Текущий день. 110. Подожди, как 110? Было 105. А, он еще закинул. Короче, схавало двадцатку. Схавал ебаный алерт просто. Вот как вот люди должны донатить вот такие деньги? Ну, они же планируют. Короче. Я реально не знаю, что сказать, блядь. Ну, реально без рофла. Бля, Мукетти, ты просто что за взорванный тип, нахуй? Со взорванными, блядь, мыслями какими-то. Со взорванными, блядь, донатами. Я тебе комиссию скинул, чекни телефон. Бля, ну я боюсь. Я не смотрю. Потому что, зная Мукетти, он мог написать, что я скинул комиссию, но там будет нихуя не 10 тысяч комиссий, которые схавал. Ёбаный алерт. Смотрим чат? Или как, блядь? Мне реально страшно. Без пизды мне страшно смотреть, нахуй. Лицо не распознает мое, блядь. Да сука, Face ID. Блять, Мукетти, ты что твой? Блять, я вот знаете что, вот 73 онлайна, в час ночи я стримлю Mountain Blade, и мне уже закинули 100 тысяч плюс рублей, блять. Я чувствую себя стримершей на 20 онлайна, который, знаешь, такой, типа, папик. У меня есть папик, короче, он мне закидывает просто миллиарды, нахуй, вот так, за то, что я такая красивая и нежная девочка, блять, в этом городе, нахуй. Мукич, Бен просто разрывает, нахуй, Ванька, меня. Сегодня он разорвал по полной программе. Я не знаю, может он там еще каких... Может он еще каких стримеров, которых, я не знаю, зарядил на пару лет вперед столетий, сука. Не, Мукич поправляет пацанов так, что в Питере, блядь, мы по-любому обязаны, Ванек, ебанутый контент сделать. Не один стрим, блядь, и рейл, нахуй, за компом. Ну, это по-любому и за компом, и за, блядь... И чик-пых-мык, нахуй. Все надо делать. Я хз.
Ну, Кэти, а ты случайно не из Питера? А то, блядь, вдруг, нахуй, карты так сошлись. СМСК. Базара нет. Кирюха, спасибо за 222. Чисто, бля, закинул, посоревновался с Мукетти, разорвал просто. От души. От души. Даже, пацаны, вот за такие маленькие донаты, для некоторых они маленькие, для некоторых большие, ну, для меня они что-то достоят. Могу одну отдать. Мне? Нет, это будет, вот. Я не хочу, понимаешь, быть должен тебе по гроб жизни, нахуй. Я не хочу быть у кого-то в должниках, нахуй. Донаты я еще как-то могу там перекинуть, знаешь, типа, ну, по совести, типа. Блять, ну, типа, он закинул, типа, блядь, ну, типа, он захотел. Ну, блядь, какие-то хаты отдать, ну. Не-не-не. Я понимаю, что это рофл, скорее всего, но, блядь, у меня уже мысли закрадываются, что ты реально такое можешь предложить. Не, Мукетти, ну, мне кажется, Дэн, это уже какие-то, блядь, заоблачные, блядь, истории. Ну, для меня они так кажутся. Мистер Мартелло Мукетти. Бля, помнишь этот рофл с РДРки, как мы говорили? Мукетиньо. Когда так мы говорили, блядь. Йоу, блядь, на ее ебало посмотри. Скоро стрим будет. Кстати, да, пацаны, будет скоро стрим с Ниной, будем играть в ужастик, и она будет играть в какой-то симулятор, я ей купил, блядь, за 1000 рублей в стиме, какой-то Hotel Renovator, какой-то типа ебанутый симулятор, по типу как интернет-кафе, типа как интернет-кафе симулятор, короче, отель делаешь. Да ебаный в рот, я думал закончилась эта суета. Блядь, самый рофл, что ты меня увидел у Манурина, но Манурину ты закинул ноль. Я не помню, то ли кто-то это в чате сказал, то ли это ты сам говорил. Пацаны, кто РДР-ку ждет? Кстати, такой вам спойлер закину, возможно, после Питера будет РДР-очка. Но это не точно. А то, ребят, не, Стёпу нельзя подпускать к женским писькам в игре, а то он же социальщик. Начнет еще социалить, уведет у меня Нину. Стёпа. Еще пятерка, ебаного. Захрустили, слышишь? Опять пятерка. Всегда хорошо поддерживал всех пацанов. Вот реально всех. Вот знаешь, даже не. Вот. Блять, ну вот реально нельзя выделить. Вот есть донатеры. Я не говорю про наших, да? Просто, ну, типа. Вот они смотрят какой-то стак. Вот реально, все смотрят. И закидывают там одному-двум. А Мукетти просто всем. Лёхе. Ну, типа, большинству, ладно, там тоже не всем, но реально большинству. И, блядь, такие суммы, что это очень. Это пиздец. Р. Просто р, нахуй. Южный цен, ты рал, блядь. Оп. Долбоёб, дай пройти, мне пройти, мама! Блять, я почти зашел. Бля, он еще опять ебашит. Вот он еще один из... один из многих. Думаю, и один из не последних. Бля, брат, от души. Ты же АФК ушел вроде как. Ты же ушел АФК, блядь. Ты обманул. Получается. Бля, спасибо за пятерку, Дэн, еще. Я того сиську царапал, как говорится. Так, вроде Мукетти, пацаны, ушел. Играем пока. Вспоминаем, что мы играем, в принципе, в игру, да? Торговля. Социальность. Бля, может вернемся, типа, назад, понял, когда были по пятерке хотя бы, блядь, но не по 10. Я просто хуй знает, пацаны, но это пиздец. Я не знаю, как реагировать на такое. Блядь, еще 10. О, хорошо.
просто, пацаны, просто пизде. Что? Тс. Да тебе пизда, гандон. Я тебя сейчас просто буду сушить, мразь. Бля, я даже, я просто уже, брат, я уже не могу говорить вообще что-то за эти донаты. Не серчай, брат, Дэн, я уже реально не специально, но у меня реально нет слов. Вот когда я говорил, что у меня не было слов, я пиздел. Вот сейчас у меня нет слов, я реально не знаю, что говорить, блядь. Это просто пиздец. Так, хотя знаете что, пацаны, я думаю, оставим это на сегодня. Я пойду, короче, отдыхать, пиздец, я что-то просел. Очень так жестковато. Я пошел просто охуевать, заказать стол, заказать стримкэм, нахуй. Разъем. Мукети, легенда. Если вдруг, брат, просто от души. Слов нет. Просто зеро. Давайте, пацаны, я пошел. Да.